Друзья, добрый день, с вами Минитрактор.укр. И сегодня наши подписчики, уважаемые, просили показать фрезы. И, собственно говоря, я показываю фрезы, все логично, да? Это фрезы к мини-трактору. Фрезы к мототрактору — это вообще отдельная тема. Фрезы к мини-трактору, в принципе, есть, существует реально в Украине трех видов. Каких? Во-первых, это идет стандартная китайская фреза. Часто ее реализуют как фреза ДТЗ, ибо потому что завозит их завод ДТЗ. Ну там, или в данном случае это Киев. Но эта фреза идет китайская. О чем можно судить? По вот таким вот, соответственно, характерным иероглифам, не на нашем языке, расположенным на редукторе. Но в защиту этой фрезы я могу сказать, что это самая популярная, самая ходовая фреза. Они есть 1,40 м, есть 1,60 м, есть 1,80 м, есть 2,20 м. Ну, в данном случае это 160-я фреза, о чем говорит надпись маркером на самой фрезе. Она идет с одним редуктором, центральным. Сейчас покажу украинскую фрезу и поймете, в чем разница по редукторам. Эта фреза идет на 1,60 м под мини-трактор, 30-ку, под 24-ку с мощным карабасом, типа как Донфэнг, либо под 40-ку, ну тоже можно, но там же чаще берут 1,80 м. Собственно говоря, это фреза производства Китай, но это хороший Китай. 140-го идет 240 килограммов, 160 идет 270. Вы видите, какая тут идет толщина металла, то бишь мой пальцемер говорит, что это классно. И, ну, если взять рулетку, тут тоже 5-ка стабильно есть. Так же самое идет редуктор. Редуктор идет мощный, центральный. Никаких дополнительных усложняющих конструкций. Вот. И, соответственно, от этого и вылетает ее цена. Друзья, помимо этого есть еще фрезы Бомет. Бомет — это фреза польская. У нас есть на канале видео в рубрике «Навесное оборудование», там показана эта самая фреза. Вот, могу оставить, да, оставлю на меня ссылку тоже в описании, чтобы вы могли посмотреть, в чем разница. Разница, конечно, есть, там фреза круче, там боковой редуктор, там гораздо все красивее сделано. И вот Украина, как говорится, украинская фреза. Украинское оборудование навесное, друзья, вообще бывает двух типов. Грубое, вот такое хреновое на вид, но работает, и грубое хреновое на вид, и оно только для виду. Это, допустим, как некоторые навесные, которых, естественно, у нас нет, я показывать их не буду. Но в чем прикол? Вот редуктор. Редуктор боковой украинской фрезы. Минус в том, что он слабее. Об этом говорит его размер. Тут все просто. Тут элементарно. И, собственно говоря, как она устроена внутри. То бишь, идет редуктор по центру и редуктора по бокам. Вот вал, который передает нагрузку. Плюс в том, что, конечно, боковых редукторов два, и нагрузка на каждый из них меньше, но и они меньше, чем, допустим, та же китайоза, у нее идет здоровый центральный редуктор. Ну и, конечно, тут посередине сплошные ножи, сплошные, это как якобы а-ля Бомет, где тоже сплошный вал идет, но это не Бомет. Вы можете видеть, какая толщина идет металла тут, какая толщина идет металла тут. Это все, говорится, украинский хороший колхозец. Она идет на 3-4 плюс-минус дешевле, чем, допустим, Китай. То бишь, такую фрезу, такой замечательный серый цвет. И вот есть еще у нас комбинирована красно-синяя фреза двухметровая. Вы можете купить 1,60 м по цене 1,40 м китайской. По ним их реализовано намного меньше, поэтому я не могу сказать, что они крутые, но сказать, что они говно, тоже не могу, потому что как бы возвратов у нас их пока не было. 100% проверенные фрезы вот лежат, которые сотнями уходят, сотнями у людей работают. От Шифинга до Донфэнга. Это 100%. Это, друзья, по желанию. Хотите попробовать? Если вышлите видео, как оно работает, мы вам сделаем крутую скидку на саму фрезу. Поэтому, друзья, по навесочке переходим на сайт, ссылочки все я оставлю в описании, и там будет все навесное оборудование и цены на них. И номер горячей линии тоже есть, поэтому обращайтесь, набирайте, с радостью все вам ответим и подскажем. Это был Минитрактор.укр, магазин профессиональной сельхозтехники. Всем хорошего дня, до свидания.